В эти дни исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны. После убийства эрцгерцога Франца Фердинанда Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии. В ответ на это Германия объявила войну России. Произошло это 1 августа 1914 года. Война, покончившая с миром, на редкость удачный афоризм. В результате этой войны погибли 12 миллионов граждан разных стран. 55 миллионов были ранены. Но главное, с лица земли исчезли четыре империи. Российская, австро-венгерская, османская и германская. Всего же в войну оказались вовлечены 38 государств. В ходе боевых действий впервые применены новые виды оружия, в том числе и химическое. Причем использовались препараты не только раздражающего воздействия, но и отравляющие хлор, фосген. Также впервые в сражении применялись танки. Около 8 миллионов человек стали военнопленными, причем Россия потеряла 4 миллиона, взяла в плен около 2,5. Большинство были отправлены в тыл на работы в Казанской и Симбирской губерниях, в состав которых входила в то время территория нашей республики. Пленные работали в сельской местности, меньше – в городах, на предприятиях и строительстве различных объектов, в частности, в Чебоксарах. Здание, в котором размещается галерея 6х7, было построено австрийцами и венграми. В отличие от Великой Отечественной, во времена Первой мировой войны отношение к пленным было куда гуманнее. Им даже платили зарплату. Средняя сумма – 5 рублей, при том, что килограмм хлеба стоил 5 копеек, мясо – 30 копеек. Красный Крест даже открывал специальные лазареты для пленных, а воюющие стороны через посредников обменивались корреспонденцией. Так что иностранные граждане, находящиеся в плену и под административным надзором, могли даже получать письма и посылки с родины. В 1918 году наша страна, уже советская, вышла из войны, подписав мирный договор с Германией на весьма тяжелых условиях. Россия потеряла Польшу, Литву, Латвию, часть Белоруссии. И долгие годы эта тема оставалась вне сферы интересов историков. Лишь 2 года назад, 1 августа, стало днем памяти российских солдат, героически защищавших и свою родину, и братские народы в годы Первой мировой войны.